Это маленькая бомбини. Бомбини — это значит бомбическая маленькая сумочка. На пояс или через плечо. Она также состоит, и можно сшить из двух деталей. Это фишка этих моделей. Здесь больше швов. Это для красоты. Фурнитура никель. Бегунки. Кстати, эти бегунки мы специально покупаем в питерском магазине фурнитуры, потому что нам они там очень нравятся. Мы заказываем их. Нам их привозят в Москву, чтобы мы создавали вот такие классные сумки для вас. Да. Чтобы вас радовать. Чтобы вы ходили с этой сумочкой и радовались. Вау, какая классная у меня сумочка. Вот. Она также вот прям анатомической формы. Она сидит везде, везде очень удобно. И как на талии, так и на бедрах. Если ее спустить чуть пониже, тоже очень удобно сидит. Это все протестировано. Вот, можно и так пониже носить. Можно носить кроссбади. Кроссбади через плечо, через шею, через голову, в общем. Вот так. Кстати, очень удобно. Да, вы же поняли, что здесь такая же подкладка крутая. Кармашек. Вот эта сумка, она для кошелька, телефона, ключей, небольшой шоколадки, сигарет, если вы курите, и все. Но зато она маленькая, и эту сумку можно со всеми этими вещами, которые каждый день нужно с собой носить, положить в большую сумку. И никогда не забывать с собой ни телефона, ни кошелька, ни ключей, ни сигарет, ни шоколадки. Такая вот сумочка.